Добрый день, дорогие зрители модного шопинга. Мы вновь у Джамала. Мы на Садоводе, это торговый 5500. Комплекс, корпус А, второй этаж. Все контакты указаны, да, на обзоре. Ну что, мы поговорим о новинках, поступлениях, возможно, скидках. Ну и мы начинаем. Здравствуйте, Джамал. Здрасте, здрасте, Наталья. Доброе утро. Доброе утро, дорогие зрители канала «Модный шопинг». Еще раз приветствую, Наталья, и добро пожаловать. Кто меня не знает, меня зовут Джамал. Мы находимся в торговом центре «Корпус А». Это Садовод. Значит, торговый центр «Корпус А», линия «Б», павильон 71А. Вход к нам ближе 4, 5, 6. Ну, начнем сегодняшнюю нашу рубрику, как говорится. В основном будем показывать новые модели. Сегодня, кстати, я постараюсь удивлять наших дорогих зрителей, потому что реально очень много крутых новинок пришло. Я попробую ничего не пропустить и сегодня все покажу. Я сейчас даже думаю, у меня настолько много новых моделей, что с чего начинать. Вот раньше был один контейнер, было легко. Зашел, посмотрел. Если заметили, у нас сейчас два. И вот сейчас думаю, оттуда начать или отсюда. Скорее всего, оттуда начнем. Там у нас посветлее, побольше, и ассортиментов будет достаточно, чтобы показать и рассказать. Вот. Единственное, я вам скажу, что модели, которые не были, закончились и опять сейчас появились, мы по ним просто быстренько пробежимся и скажем, что мы их получили, в каких размерах, в каких цветовых гаммах. Да? Ну, египетский хлопок это у нас всегда было в наличии. Это всегда, так скажем, такой ассортимент, что всегда удивляет наших дорогих зрителей. Да? Египетский хлопок, кто не знает, это в основном идет в трех размерах, полуторка евросемейный. Но, к сожалению, на текущий момент у нас в основном по наличию идет размер евро. Вот. Значит, ткань полностью идет египетский хлопок. Тут одеяло идет комбинированное во всех практически. Да? Лицевая сторона идет с рисунком, с яркими рисунками. И обратная сторона будет однотонная. Простыня тоже однотонная. На текущий момент расцветок более где-то 30 разных моделях. Вот. В наборе будет получаться у нас одеяло, простынь и две наволочки. Кстати, вот эти пару расцветок покажем, новых расцветок, которых раньше не были. Вот, смотрите, очень необычно, красиво. Вот эрмесовские. И в основном у них идет... Вообще, все комплекты с готовым одеялом идут с двумя наволочками. Это размер 50 на 70. Тоже красивая. Кстати, вот эта расцветка тоже очень красивая. То, что плохо, не все, некоторые расцветки, допустим, вот у нас знаменитая птичка, да, вот они видны на витрине. Вот павлины тоже знаменитые, да, давно уже, ну, как бы крутится. Аватарка темная. Ну, то есть там птички, большинство в соцсетях, она известна как аватарка. Вот, пожалуйста. Тоже неплохо смотрится. На текущий момент комплектация размера евро есть по наличию. Значит, по стоимости комплектация размера евро будет у нас 5500. Это вот по египетскому хлопку. Кому интересно, пишите, я могу скинуть фотографии в личку. А так у нас можно зайти в телеграм-канал, там очень удобно. Там предоставлен большой каталог, где будет картинка, описание, производитель, стоимость и так далее. Все есть там. На сегодняшний день у нас прямо очень, так скажем, большой прям хороший завоз из серии, значит, на текущий момент они у нас в трех размерах. Это полуторка, евро и семейки. Где-то на евро, если не ошибаюсь, где-то 65 рисунков, но это все невозможно показать. У нас есть вот какая-то часть на витрине, можно небольшим обзором вот так снять. Кто не знаком с данным комплектом, здесь у нас идет по качеству ткани 100% хлопок. В некоторых расцветках идут комбинированные. Кстати, раньше, если помните, они были все двухсторонние. Сейчас я попробую найти какую-то расцветку. Вот, к примеру, да, была расцветка, допустим, она идет двухсторонняя. Лицевая обратная сторона. Сейчас новые модели, они уже пошли комбинированные. То есть одна сторона идет однотонная, а лицевая сторона будет уже с рисунком. По наборам комплектации здесь у нас будет две наволочки размера 50 на 70, одеяло 200 на 230 и простынь 230 на 250. Это на комплектацию размера евро. Ткань идет хлопок, очень хороший, советую. Значит, по
размером полуторки у нас по стоимости будет 2800, по размерам евро по стоимости будет 3400, и размер семейки у нас будет 4400. Вот, и упаковка у нас получается вот, ну, то есть вот в таких сумках они будут. Вот, пожалуйста. Вот, если кому интересно расцветки, я могу расцветки, ну, можно зайти в Telegram, посмотреть, все расцветки есть по наличию. Размер евро, полуторка, семейки. Сразу скажу, что размер двушки на них не бывает. Вот, также по наличию у нас на сегодняшний день есть много серий Tencel. Это вот у нас получается верхний ряд, который с мережкой идет. Здесь у нас идет ткань Tencel. Кто не знаком с данной моделью, Tencel очень хорош, чем в том, что Tencel, преимущество самой ткани в том, что летом спать в нем прохладно, а зимой тепло, то есть сама ткань такая. Очень классная для любителя, если кому интересно, можно тоже посмотреть. Они идут по наборам тоже, как из предыдущей серии, то, что я сейчас сказал. Тоже одеяло размер 200 на 230, и 12 50 на 70, и простыня 200, здесь уже просим будет чуть больше, 245 на 250. Разные расцветки, они тоже идут комбинированные, лицевая сторона с рисунком, обратно идет однотонная. И вот как получается у вас по углам идет однотонный цвет, простыня будет такого же плана, такой же расцветки. Очень классные расцветки, можно зайти посмотреть. Единственное, тенселы бывают тоже разные, и просто иногда у меня там спрашивают, что почему в одном там по стоимости дешевле, в другой дороже. Это все зависит от качества и плотности ткани. Потому что, к примеру, есть вот сейчас Tencel, который я вам сейчас показываю, по стоимости она будет 7700, да? И есть у меня Tencel, значит, из серии Rossisi. Кстати, это новый производитель Rossisi. И здесь она у нас по стоимости 5700. И чем они отличаются? В том, что плотность здесь у нас в Rossisi будет 60S, а плотность, которая идет Tencel, который наверху с мережкой, 80S. То есть там по плотности отличается. Но это не говорит о том, что здесь плотности меньше и при этом качество будет хуже. Нет, и здесь качество достаточно хорошее. Единственное, где-то будет там, скажем, там если будет 2 года, 3 года, да, будете пользоваться, здесь может быть там на полгода меньше. Единственное, вот в чем отличие. Вот также есть на текущий момент однотонные комплекты. Кстати, вот у меня она постоянно спрашивали, однотонные хотели. Вот вам на сегодняшний день однотонные модели. Вот так сделаю, наверное, расцветки будет видно, да? Значит, чисто однотонный комплект, без ничего. Здесь идет качество сатин премиум с пододеяльником в трех размерах. Есть размер полуторка, есть размер евро и есть размер семейный. Наверное, один поближе возьмем, откроем, чтобы цвет передавались. Вот они, эти, до этого постоянно спрашивали, мучили аж, почему нет ничего однотонного, почему нет. Вот, пожалуйста, чисто однотонные комплекты. Тоже, ну, для любителей. Здесь у нас идет тоже две наволочки, размером 50 на 70, простыня и пододеяльник. Кстати, пододеяльник идет на молнии. Вот, цветовая гамма 6 цветов. Вот. Если кому интересно, тоже можно зайти посмотреть. По стоимости на полуторку цена будет 4000, на евро 4500 и на семейный размер 5500. Тоже очень хорошее, тоже советую. Кому интересно, если у кого-то будет возникнуть какие-то вопросы по данным моделям, обращайтесь, обязательно расскажу, покажу. А здесь у нас, в принципе, мы в предыдущем обзоре рассказали. Я сейчас просто вы... Если обратили, я параллельно еще думаю. Почему? Потому что не хочу повторяться, да, потому что в предыдущем обзоре мы показывали, рассказывали. Я сейчас стараюсь показывать именно те модели, о которых уже не говорил. Единственное, по подушкам, значит, из наличия, значит, если помните, в предыдущем обзоре мы снимали данную модель. Это который был у нас египетский хлопок, чехол египетский хлопок, наполнитель микрогель из шелк. Который классный, да, кстати, много людей, которых заинтересовала данная подушка. И сейчас из этой же серии мы получили еще двух вариантов. Единственное, получается, ткань у нас одинаковая, узоры разные. Вот, то же самое. Видите, египетский хлопок, тоже у нас идет чехол. Чехол, кстати, у них чехол несъемный, сразу скажу. Узор уже другой, тоже.
Это у нас получается как кусок теста, как. Видите, сами. Вот, допустим, у нас, если возьмем данную модель, это у нас, видите, уже пружинистая будет. А здесь уже чуть медленно. Ну, реально, когда нажимаешь, прям классно. Ну, это надо почувствовать, наверное, голову так поставить. Шикарный. Очень советую. И все вообще, все подушки, которые у нас, которых наполнитель идет микрогель, их смело можно стирать. Единственное, отличие, часто меня спрашивают, отличие в том, что разные узоры. Разные узоры, да, вот здесь идет смирешка уже красивая, здесь у нас идет корона. Здесь тоже у нас идет египетский хлопок. Вот единственное, допустим, здесь корона, она чуть низкая. Некоторые, да, отличаются тем, что она по высоте чуть низкая, потому что не все же любят, чтобы было высоко. Если она здесь у нас высоко, здесь у нас еще выше, здесь чуть пониже. И есть знаменитое тесто, у меня сейчас открытых нет, но есть тоже по наличию тесто. Вот преимущество теста в чем? В том, что у теста есть замочек. Если помните, я рассказывал, что можно контролировать подушку. То есть, если она вам высокая, открыли, вытащили ненужные, спустили так, сделали, поднастроили под себя, так скажем. Если вы хотите опять, чтобы было высоко, опять засовываете, значит, то, что оттуда достали. А только на тесто там, а чехол будет хлопок. То есть там 100% хлопок будет, в остальных моделях египетский хлопок. По наличию, значит, кстати, у нас несколько цветов. То есть здесь золотистая будет, серая, я имею в виду, вот окантовка, да. Это у нас золото, еще будет фиолетовый в таком формате. И она, и еще у нас будет серой расцветки. Я вам сейчас попробую, попробую этот найти. Прямо сейчас, секундочку. Я покажу сумку. Вот, значит, получается, вот. У них вот такая презентабельная упаковочка, сумка. Красивая. Это вот фабрика Sunfire, если кто не знает. Кстати, у Sunfire очень прям хороший, хороший товар, можно сказать, и качественный. Вот. И в таких наборах, упаковках будут они... то есть в вакууме прессованной в наборе будет по две штуки. Вот, очень красиво. Это по подушкам мы быстренько сказали, какие есть по наличию. А темы уже предыдущих мы уже показывали, рассказывали. Халаты есть по наличию. Вот, небольшой, да, обзорчик сделайте. А так мы в предыдущем обзоре, по-моему, говорили, что... А, там расцветок было мало, сейчас расцветок стало побольше. Есть двойка, есть однерка, есть двойка, где два халата будет. Там, кстати, халаты оверсайз идут, размер женский 50-52, мужской 52-54. И который двойка, идет два полотенца, это баня, лицо, а где однерка, получается только два полотенца. Там баня, лицо и только халат. По стоимости однерка, значит, будет 4000, а двойка будет у нас по стоимости 7500. И у нас, по-моему, я вот этот не показывал. Хочу небольшой обзорчик сделать. Есть таких вельветовые покрывала. Два в одном. Два в одном. Они идут на молнии, кстати. Да, их можно использовать как одеяло, как покрывало. Ну и также кто-то хочет их использовать как покрывало, но чтобы она была прям пышная. Разные расцветки. Кстати, тоже неплохие, без наволочки. И размер тоже интересный, 220 на 240. Цветовая гамма, разные цвета на них. Здесь у меня еще есть бордовый, коричневый, зеленый. Но это не все цвета, там где-то 10 цветов, еще молочный есть, светло-молочный, темно-молочный. Ну, молнии найти. Но они есть, они есть. По стоимости 2700, тоже неплохие. Вот, полуторки там. Есть полуторка, кстати. Полуторка будет размером 150 на 210. У них идет размер. Тоже хороший. По стоимости будет 2500. Ну и вафельные Евромакс размеры есть. Тоже интересные. Размеры 250 на 260. Кстати, тоже интересно. Потому что, ну, есть у кого там кровати Евромакс, да? Там туда уже 200 на 220, либо 240 на 260 не получается. И вот 200. И на помощь идут 250 на 260. Если кому интересно, по стоимости будет 2900 рублей. Тоже хорошие, достойные. Они вот в таких подарочных коробках идут. Если кому интересно.
Вот, получается. Вот в таком формате. Если кому интересно, пишите, обращайтесь. Все, мы идем к следующему контейнеру. И, значит, по новинкам у нас появились очень классные покрывала. Очень классные, я прям всем советую. Сейчас замечательные. А, здесь картинку положили, забыли положить. Значит, здесь у нас есть покрывало. Это новое. Качество ткани идет бамбук. Хлопок бамбук. Сейчас я покажу. Классно. Это вы должны как-то тоже потрогать, пощупать и тоже передавать ваши слова. Вам-то, наверное, доверие больше. Вас они послушают. Но нет, те люди, которые знают меня, приходят, мы общаемся. Сразу, вот, общаемся и, ну, как бы они еще доверяют. А те люди, которые, конечно, только-только видят меня, у них уже будет сомнение, а правду ли он говорит или неправду. Из-за этого вас-то знают больше, из-за этого вы тоже скажите, хорошее или нехорошее. Достойно или недостойно. Нет. Шутки, но реально крутые. Здесь, конечно, она не будет так передаваться, а так вот они. У них идет вот такой красивый ромбик, очень классный. И они идут двух размеров. Размером 230 на 250 и две наволочки 50 на 70. И идет полуторка еще, полуторка у нас. Полуторка идет размером 160 на 200. Единственное, в полуторках у нас идет одна наволочка 50 на 70. А здесь две наволочки 50 на 70. Цветовая гамма, много цветов, где-то на размере евро, где-то 10 цветов идет разных. Вот у нас получается и розовый будет, и нежно-голубой, бежевый, бирюзовый, серый, голубой, светло-серый. Разные цвета очень интересные. И по стоимости, значит, на размера евро у нас по стоимости будет цена 2800 рублей и... На размер полуторку цена будет 2400 рублей. Очень классно. Это товар, кстати, новый. Это товар, раньше их не было. Сейчас на текущий момент есть. Ну, полотенце не будем рассказывать. Единственное, скажу, что полотенце, баня, в лицо есть в наличии. Потому что в предыдущем обзоре мы это все показывали. Где-то я говорила в каком-то обзоре. Наши зрители знают о том, что меня зовут Наталья. Я в основном снимаю. Там, где я снимаю, там я приобретаю. И у Джамала я приобрела подушку. Да, да, я помню. Тогда спросила, на чем спит Джамал? На... Да. Бабочках. Там бабочки, да, были классные. Да, я у вас, да, приобрела, она очень мягкая, а я периодически меняю свои подушки там раз в 3 года, ну, потому что. Да. Это, ну, я так считаю. И я у вас приобрела комплект постельный, у меня 2х2,20, и у меня тоже очень высокий хлопок. Матрас, да, это, да, по-моему, 3,40 на 3,60. Что-то если такое я... было, да, помню. Так что я сплю на этом... постельном комплекте с удовольствием, и я всегда что-то присматриваю. Все знают, что когда я поднимаю взгляд от камеры, да, значит, я на что-то уже обратила внимание. Хорошо. Я могу раз смотреть, два, потом приобретать. Так что да, вы можете смело приезжать, приобретать, а в общем-то звонить, если вы далеко находитесь от Москвы, ну и осуществлять свои заказы. Да, доставка, да, да, есть. Можем организовать, конечно. Вообще можем. По всей России, наверное, проблем. По всему миру. Вообще никаких проблем. Можем организовать. По полотенцам единственное, знаете, что я вчера получил? Так, это у нас, кстати, вот в предыдущем обзоре не было. Попробую сейчас не ошибиться. Это вот серия Пупила. Пупила, кто не знает, это производство Турция. Кстати, очень хороший, достойный. Вот идет с бахромой, ой, с косичками, не знаю, с косичками. Набор идет по 3 штуки. Прям классные комплекты. Я сейчас попробую найти там... А, вот, третий нашел. В 3 вариантах. Вот узор, надеюсь, камера будет передавать. Это у нас первый узор. Это у нас второй узор. Это третий узор. Ну, наверное, придется один открыть, да, лучше, чтобы было лучше видно. А то сейчас они будут ругаться, сказать, что вы нам там закрыто все показываете, ничего не видно. Один покажем. Рисунок у них идет жаккардовый. Вот, вуаля. Жаккардовый рисунок на них идет. Все. Есть, вот, получается, длинные косички и чуть поменьше косички. Очень классные. Вот это 3 вида вчера я получил. Значит, на баню это из 4 штук. Цена будет 4400, на лицо цена будет 2500 рублей. Ну, остальные мы в предыдущем обзоре показывали. Про них мы не будем говорить. И сегодня мы расскажем, знаете, про что. Вот эта нижняя часть, один небольшой обзорчик сделайте. Это вот я прям тоже буквально вчера получил. И кто следит за телеграм-каналом,
телеграм-канале. Как раз я когда открывал и получал этот товар, я уже показывал. Это получается у нас идет муслин. Наверное, одну наволочку достанем. Давненько у нас таких комплектов не было. Это идет производство, идет Корея, кстати. А сейчас Корея тоже, кстати, неплохо начал делать комплекты. Это идет муслиновая ткань. Кто не знает, муслиновая ткань, преимущество именно этой ткани в том, что она, во-первых, очень хорошо гладится. В нем спать прям классно. И большое преимущество в том, что она очень хорошо дышит. Это прям большой, потому что из этой, не из этой, прям из этой серии, я муслиновой до этой пользовался, они реально в них спать классно. Очень достойные, тоже советую. Пока идет только в одном размере, размера евро, только с готовым одеялом, 2 наволочки 50 на 70, одеяло 200 на 230 и большая простынь 230 на 250. Это вот муслиновая ткань, если кому интересно. Прям классный, очень советую. Это вот новые модели по стоимости на сегодняшний день. Они будут 5500. По цветовая гамма где-то, по-моему, 8 цветов. А, нет, 9. 9 цветов, но здесь не все. 9 цветов. Кому интересно, можно зайти в телеграм-канал, можно посмотреть там расцветки. Тоже интересные. Это вот по новым комплектам. И мы идем дальше. Мы идем дальше. Значит, у нас есть новые, ой, вот это сейчас покажу, потом уже можно перейти на другие модели. Новинок много, и я тоже уже путаюсь. Долгожданный наш завод, серия Сапыл, если кто помнит эти модели. Они вообще бывают с одеялом, с пододеяльником, но у нас, если помните, долгое время с пододеяльником закончились. И вот опять у нас есть по наличию, только в размере евро. Вообще размер семейки, вот тоже спрашивают, ну, производитель пока их не делает, только в размере евро с одеялом и с пододеяльником. Один мы откроем, здесь она идет с полной, с вышивкой. То есть полная вышивка. Один откроем. И здесь ткань идет макасатин. Она прям очень классная. И по плотности реально... очень хороший, довольно-таки плотность прям очень высокая, и я прям смело уверен, что это реально один из тех комплектов, который долго служит. Единственное, расстраивает одно, что сейчас начали, конечно, копировать некоторые комплекты, те же самые китайцы, которые копируют недобросовестные, так скажем, и продают гораздо дешевле, ссылаясь на том, что это то же самое. То есть там рисунок, вот это все вышивка, все одно и то же. Но самый важный момент, дорогие друзья, ткань. И, конечно, к сожалению, есть люди, которые уже пользуются данным моделем. Для них будет сразу, вот они взяли на руки и поняли, что это оно или не оно. А те люди, к сожалению, которые не знают, для них это будет, понимаете, они взяли, открыли, о, вышивка классная, это то же самое. Но я их расстрою, что... не факт, что они получат именно ту модель. И большей части они идут сейчас в коробках, то есть там красивых, презентабельных упаковках делают, что это вот то же самое. А там будет по качеству, знаете, обычный вот хлопок с добавкой. Хлопок с добавкой. Ну, здесь, конечно, я вот все забываю. Я вот в следующем обзоре постараюсь найти один такой комплект. И мы с вами, конечно, сравним. Ну, я-то уже потрогал, знаю для себя. В следующий раз я один возьму и поставлю рядом, и мы с вами обзор сделаем. Я ничего не скажу, просто откроете, пощупаете, и потом скажете ваше мнение, насколько они отличаются. Единственное, вот бордовых у нас не было. Бордовый цвет, опять-таки, это на любителя. Ну, кто-то с ума сходит от бордового цвета, кто-то нет. Я просто тоже покажу, потому что бордовый, вот в предыдущих обзорах, то, что до этого получали, в основном у нас получили белый, розовый и голубой. Бордовый такого не было. Из-за этого я решил тоже бордовый цвет один открыть. И он тоже неплохо смотрится. Вот, смотрите, какая красота, вышивка какая идет классная. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Значит, по стоимости у нас на сегодняшний день, по стоимости именно с пододеяльником, цена будет 8500. Это именно идет с пододеяльником. Очень классный. Можете зайти посмотреть. И с одеялом.
Сразу скажу, что с одеялом сейчас нет по наличию, закончились, но ожидается. И может быть ориентировочно недель через 2-3 получим. Но опять-таки, кто следит за нашим каналом, они знают вот то, что я получаю. Я сразу моментально выкладываю. Выкладываю именно процесс получения товара, процесс открытия товара, то, что есть. Если кому интересно, вот заходите, смотрите. Также у нас по начатой серии новинок здесь у нас есть тоже неплохие комплекты, которые получили. Они у нас идут в подарочных упаковках. Подарочная упаковка. Вот. И вуаля. Получается, у нас идет в таких наборчиках, лентах. Значит, здесь у нас получается по комплекту размера евро. С четырьмя наволочками, кстати. Четыре наволочки. 50 на 70. 70 на 70, простыня у нас будет 230 на 250 и под идеальник 200 на 230. Значит, по стоимости у нас будет 2400 рублей. Цветовая гамма у нас идет вот серый, белый, сиреневый, темный сирень. И у нас получается еще бежевого тут не вижу, бежевого не хватает. И у нас будет такой вот бирюзовый, светло-бирюзовый. Это 6 цветов. Это, кстати, тоже новая модель. Если кому интересно, могу отправить фотографии. На них, кстати, тоже есть очень хорошие фотографии. Вот такая неплохая упаковочка, презентабельная. Значит, по качеству ткани у нас идет здесь сатин Runforce. Сатин Runforce, вот здесь. Кому интересно, тоже обращайтесь. Это вот именно по серии новинок. Дальше. Значит, по новинкам у нас мы получили несколько вариантов из серии Love Happiness. Если кто помнит, это у нас, значит, производитель Sunfire. Получили некоторые модели, новых я покажу. Вот эта моделька идет новая. Здесь уже они идут все двухсторонние. Если до этого мы в комплекте показывали комбинирование, здесь идут все двухсторонние. Видите, тоже неплохие расцветки, красивые. Вот леопард. Что-то у нас вот в последнее время все пошло на этот, на леопард. Все хотят леопард. Леопард. Здесь, ну, расцветок тоже много, где-то 22. Либо 23 модели получили. Если кому интересно, я расцветочки скину. Единственное скажу, значит, здесь у нас по качеству будет хлопок вискоза, именно ткань. Наполнитель то же самое, микрогель из шелк. Комплектация размера евро. По стоимости они у нас будут по 2000. Также First Choice у нас по наличию есть. И там, и здесь в павильоне. Если кому интересно, тоже фотки скину. По стоимости First Choice у нас начиная 5500, заканчивается 6500. Это в зависимости от качества ткани. Ну, здесь большой обзорчик тоже не будем делать, потому что мы про них уже говорили в предыдущем обзоре, уже показывали все. Так, дальше у нас есть еще то, что получили с серии египетского хлопка. Как раз мы когда показали именно с идеалом, с пододеяльником, получили расцветки в трех размерах. Полуторка, евро и семейный. Потому что часто клиенты наши, дорогие, ругаются, что почему у вас все с идеалом, хотим с пододеяльником. Вот гортензия, кстати, неплохая расцветка. Вот гортензия. Значит, у нас идет ткань египетский хлопок. По комплектации, по набору, то, что мы показывали евро, все то же самое. Единственное, здесь идет с пододеяльником. С пододеяльником наборчики, две наволочки, значит, простень и пододеяльник. По стоимости 5300, это у нас будет на комплектации размера евро. А на семейный размер у нас будет по стоимости, значит, 6500. И на полуторку у нас цена будет 5000. Единственное, вот я, по-моему, говорил или нет, хочу еще раз все-таки повториться. Потому что наши дорогие зрители часто ругаются, почему полуторка по стоимости как евро. Может, кто-то знает. Может, кто-то не знает, но вот для тех людей, кто не знает, сразу скажу, почему стоимость полуторка, стоимость евро одинаковая. Фабрика говорит, что? Фабрика говорит: Джамал, вот кусок ткани на евро, мы тебе вот взяли. На это евро мы тебе сделали комплект евро. То есть это стандартный размер ткани. Там, скажем, ширина 200, там длина еще больше, но ширина идет 200, длина там, скажем, 500. Вот исходя из этих размеров, вот когда ширина у вас 200, да, ткань идет, ширина 200, больше вы не можете наращивать, потому что ткань у вас уже идет 200, да.
по длине понятно, взял кусок там порезал. И когда они берут все наборы рулонами, то есть если у вас рулон 200, да, они изготавливают евро, и у них получается из этого же рулона они изготавливают полуторку. Если полуторка у вас получается, здесь у вас 200, полуторка 160, вот ширина идет, да, вот кусок 160, они его отрезали 40, у вас идет вот 160, взяли, использовали на полуторку, и вот вопрос, кусочек, который остается 40, куда его использовать? То есть даже наволочка у вас идет 50 на 70, да, а тут 40. Отрезали вот этот 40, и получается, эта ткань уже не нужна. Вы не можете его использовать. Но вы купили рулон, целый рулон. Рулон купили за 100 тысяч, к примеру, но использовали там на товар, скажем, 70 тысяч. Но этот же кусок вы же должны куда-то засадить, правильно? Получается, вы его оплатили, отрезали, и этот кусок вы должны выбросить. Из-за этого по стоимости все полуторки, если заметили, во всех комплектах по стоимости евро, они практически одинаковые. Из-за этого здесь производитель, к сожалению, ничего не может сделать. Вот хотел сделать небольшое такое объявление, чтобы, ну, кто не знал уже, что понимал. Из-за этого они у них по стоимости почти одинаковые. Знаменитая клубничка тоже есть по наличию. В двух размерах. Клубничка, конечно, у нас на сегодняшний день тоже расстраивает именно в плане того, что его тоже скопировали. Клубничку тоже, клубничка вообще тоже идет из серии вообще ткань макасатин. К сожалению, его тоже сейчас сделали в двух вариантах. То, что я видел, да, на рынке. Есть клубничка, которая хлопок вискозы, и есть клубничка, которая обычный хлопок. И мне самое, конечно, самое страшное в том, что вот если она стоит 6500, а люди продают и покупают где-то там, скажем, у левых поставщиков по 3500 обычный хлопок клубничку и продают как оригинал по 6500. Но здесь, чтобы вот ткань, чтобы вы понимали, вот какая ткань. Вот, потрогайте ткань. Здесь идет макасатин хорошего, прям качество по плотности прям видно, да. Кстати, у меня сейчас с идеалом тоже есть, я быстренько сейчас захочу. Вот это вот, который с идеалом, идет вот таких сумках. Вот это у нас знаменитая клубничка. В наборе получается идеала будет размера евро, простыня и две наволочки. Это который идет который макасатин, который хорошего качества. Вот я вытащил еще один комплект, просто для сравнения, что я вам покажу. Есть наборы с готовым одеялом, бабочки. Бабочки идут с вышивками. Вот вышивка идет, прям вышивка. В разных цветах, кстати, наверное, где-то 6-7 цветов. Там серая есть, вот голубая, фисташковая, где-то 6 цветов. Здесь идет вышивка. Кстати, вышивка неплохая. Здесь вот по ткани, и вот потрогайте, вот здесь по ткани у нас идет хлопок вискоза. И по стоимости она у нас 3000. Я к чему говорю, что вот клубничка. И сейчас начали делать вот такую клубничку, но ткань будет такая. Но здесь вот эта ткань, вот эта ткань, она отличается. То есть вы его увидите, вот так, если открыть, одинаковая. Но ткань будет там обычный хлопок. За это я говорю, когда будете покупать, будьте очень осторожны. Просто серия АСПУ, я почему говорю, АСПУ я уже давно работаю, уже года 3. То есть я довольно-таки очень хорошо знаком с этой фабрикой, пока вот эту фабрику ни разу не подвел. И просто я к тому, что если будете покупать, по возможности запрашивайте у поставщика, чтобы он вам скидывал фото, оригинал и название. Если она у вас будет АСПУ, здесь я вам гарантирую, что качество вам понравится. Потому что сейчас я то, что вижу, да, то, что копируют, делают презентабельную упаковку, коробку. Называется, ну, в коробке прям надпись Mason Door, но при этом качество будет не макасатин, а обычный хлопок. Я постараюсь в следующем обзоре вам это найти и сделать небольшой обзорчик. Так, это у нас по новинкам. Я вот постарался вам максимум все новинки показать, рассказать. А так скажу, что, ну, ассортимент очень большой.
можете зайти посмотреть. Мы, может быть, в дальнейшем будем планировать, ну, так как хоть мы сделали и два павильона, но опять-таки в них все помещается. В дальнейшем мы планируем что? В дальнейшем мы, скорее всего, какие-то обзоры будем делать именно с Натальей со склада, потому что все-таки там ассортимент еще больше. Как сделаем порядок, может быть, мы вас как-то пригласим и оттуда сделаем обзор, потому что там, во-первых, и спокойно, и, во-вторых, мы можем захватить в кадр прям все и покажем вам полностью наш ассортимент, потому что, опять-таки, здесь не все помещается. Ну, хотя мы с вами стараемся прям все показывать, но не показать всегда... за кулисы, да, склад, да, где, да, как, да, какой ассортимент, как, да, хранится, либо производится. Я, да, думаю, нашим зрителям это будет интересно. Да. Я на всякий случай приложу ссылку на предыдущий обзор, угу, который был, да. Уважаемые зрители, вы сможете увидеть полностью предыдущий обзор. Ссылка будет указана под данным обзором. Поэтому смотрите, пожалуйста, переходите, заказывайте. Мы сегодня озвучивали розничные цены, но Жамал работает также и опт. Да, да, да. Конечно, конечно. И никаких ограничений нет. Потому что, ну, то есть мы отправляем хоть от одной единицы. Мы же не будем расстраивать всех. Кто-то хочет купить, приобрести. Кому-то понравился комплект и хочет приобрести одну позицию. Можем даже отправить одну позицию. Никаких проблем. Так что будут вопросы, обращайтесь, пишите, звоните в любое время. Все контакты есть. Так что обращайтесь. Наталья, ждем вас снова. И до новых встреч. До свидания.